Нет на свете ничего красивее, чем танцующая женщина, конь на скаку и корабль под парусами. Это парусники компании Star Clippers. Они идут из Средиземного моря, пересекая Атлантический океан в море Карибское. Острый нос, разрезающий волны обвода узкого, как у борзой собаки, корпуса, мачты, наклоненной к корме, и большие белые паруса сделали их самыми быстрыми парусными кораблями в мире. За скорость их называют гончие псы морей и океана. Наш фильм о паруснике Royal Clipper, и называется он «Гончий пес Карибского моря». Здравствуйте, дорогие друзья! Привет тебе, путешественник! Меня зовут Михаил Осиповский, и нахожусь я на борту корабля, а вернее на бушприте самого большого и самого быстрого парусного корабля в мире под названием Royal Clipper. Сегодня мы расскажем о морском путешествии, о 7 днях круиза по 7 островам Карибского моря. Но обо всем по порядку. 12 ноября 2011 года пятимачтовый корабль Royal Clipper находился в координатах 13 градусов 10 минут северной широты и 59 градусов 33 минуты западной долготы в юго-восточной части Карибского моря в 600 километрах от Венесуэлы. Корабль выходил в открытое море из порта Бриджтаун английского острова Барбадос. Это судно водоизмещением 5500 тонн было снаряжено в путешествие по островам Южного Теплого моря. От ватерлинии до Клотика корабль красив, а превосходная оснастка позволяла ему курсировать вдоль и поперек всех, даже самых небольших островов Карибского моря, бросая якорь в заливах и бухтах, куда не могут заходить большие круизные лайнеры. Командовал кораблем русский офицер капитан Сергей Туников из Калининграда. А сам Royal Clipper прописан на Мальте и ходит под красно-белым флагом с крестом мальтийских рыцарей по всем морям и океанам, заходя в 165 портов 77 стран мира. Немного из истории компании. Штаб-квартиры Star Clippers в Европе находятся в Монте-Карло, а в Америке – в Майами. Бизнес компании начался в 1992 году, когда шведский предприниматель Микаэл Крафт осуществил свою давнюю детскую мечту, купив парусник и перестроив его в клипер. Так начались круизы на острова Карибского моря, где нет массового паломничества туристов, скуки и суеты сует. Длина Royal Clipper 133 метра 80 сантиметров вместе с бушпритом, а ширина 16 метров. Оснащение 42 паруса общей площадью 5202 квадратных метра на 5 мачтах высотой 60 метров. В книге рекордов Гиннесса говорится, что это самый большой парусный корабль в мире. Он был построен в Роттердаме, а спущен на воду в июле 2000 года. Royal Clipper немного похож на легендарного испаньола из острова Сокровищ. А Clipper, кстати, означает режущий волны, и ход у парусника был отличный.